Рука об руку и так 25 лет. 7 сентября 1991 года они тоже спешили в ЗАГС, как и сейчас. Молодые, беззаботные тогда, они только вступали во взрослую жизнь. Теперь уже могут делиться опытом. Счастливые улыбки на лицах супругов и всех друзей. Вся церемония очень напоминает былую, ту, что прошла четверть века назад. Но есть одно весомое отличие. Среди гостей праздника – дети супругов. 15-летний Владислав и маленький Дима. Есть у четы Бутяевых еще и старший сын – Евгений. Парень в этот торжественный день оказался на практике в море. Совершенно другие чувства, конечно, более стабильные. Там была неизвестность впереди, тут уже 25 лет позади. Уже взрослые дети. Конечно, сейчас уже совсем по-другому смотрится. Традиционный серебряный поцелуй и еще одна пара подписей в почетной книге юбиляров. Они женились в сложные времена. На свадьбу не удалось купить шампанского. Но этот праздник без искристого не обойдется. Надо отдать должное моей жене Маргарите за ее терпение. Потому что были у нас очень сложные ситуации, когда мы... Ну, на протяжении этих 25 лет. Ну, а так, благодаря, конечно, нашей любви, взаимопониманию, взаимопомощи, ну, дожили до таких лет, еще, думаю, проживем. Напутственные слова на еще не один десяток лет и обещание прийти на золотую церемонию чествования. Ежегодно в Уссурийском ЗАГСе проходит более 50 юбилейных семейных праздников. И всегда инициаторами таких торжеств выступают сами горожане. Виктория Калинина, Ольга Муравьева, Игорь Антонов. Телемикс.